Более 500 человек погибли в результате удара по больнице в секторе Газа. Об этом сообщает правительство Хамас, заявляя об израильской бомбардировке. Если информация подтвердится, это станет самым смертоносным ударом Израиля как минимум за последние 15 лет. В медучреждении находилось большое число вынужденных переселенцев. Ранее сообщалось об израильских ударах по южной и центральной частям сектора Газа, куда призывали эвакуироваться мирных жителей. В больнице Рафах у границы с Египтом жаловались, что получили требование вывести персонал и пациентов, хотя ранее эта зона считалась наиболее безопасной. В числе погибших в результате этих ударов есть представители Хамас. Сама группировка подтверждает, что в лагере для беженцев был убит командир боевиков Айман Нафаль. Это наиболее высокопоставленный руководитель исламистов, погибший с начала военной операции в секторе Газа. Всего, по данным палестинских медицинских служб, израильские удары унесли более 3000 жизней. В Израиле подтверждена гибель свыше 1400 человек в результате нападения боевиков Хамас 7 октября. Несмотря на военную операцию, группировка продолжает ракетные обстрелы израильских населенных пунктов.